Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Так, ежедневные награды. Интересно, как это у меня так получилось? Лига Сёгунов 3 звезды, и здесь тоже Лига Сёгунов 3 звезды. Интересно. Два раза повторилось почему-то. Ну что, давай-ка выполним с тобой ежедневные задания для начала. Так, открыть колоду. Вперед и с песней. Что нам тут выпадет? Эйприл О'Нил. Так, окей. Эйприл О'Нил забрали. Так, дальше у нас пройти серию испытаний. Ну что же, друзья, все, переходим с вами на второй круг. Потому что сейчас мы победим Шреддера. И, в принципе, останется нам пройти там круг. Ну и, соответственно, заберем все награды. Это, естественно, будет не сегодня, не завтра, не послезавтра. Я думаю, что в течение недели мы, наверное, все-таки пройдем. Так, Ромагон, ну что ж ты так слабенько, давай-ка, Макман. Блин, не получилось у тебя, конечно, Бакстера завалить. Ну что же, а вот и сам Шреддер выходит. Давай, смеется он там на шестом канале. Все, ножкой топнул, получи гранату. Это ты для начала. Раз. Два. Так, что он там? Ага, он себе еще и броню повесил. Надо ее сбить. Не понял. Двойная была броня, оказывается. Так, теперь кастетом. Блин, слабо как-то пробили. Так, ну что, осталось у него совсем немножко здоровья. Давай, Армагон, добивай его. Все. Шреддер свое получил. Ну, а мы, соответственно, с тобой проходим смело на второй круг. Так, ну, нас, естественно, не это интересует. Нас интересует, где мы сейчас в данный момент вообще находимся. Так, жетоны обязательно заберем сегодня. Так, турнирная арена. Лига Сёгунов 3 звезды. Ранг у меня 94-й. Ага, вот оно как, да? Так, ну что, мы, наверное, сейчас быстренько пофармим здесь, да? Что нас интересует? Конечно же, жетоны. Коих должны давать 50 штук. Ну, если, естественно, выпадут. Ага. Держи карман шире. Выпадут они нам. Вообще ни разу, ребят. Вообще ни разику не выпали. Ну что, давай тогда быстренько, наверное, вот здесь вот заберем жетоны. 200 штук, а у нас 405. То есть получается, что будет 600, да? А нужно нам 710. То есть не хватит, к сожалению, пока. Ну, да ничего страшного. Не последний раз играем. Обязательно эти жетоны мы набьем. Никуда они от нас не денутся. И, соответственно, прикупим сразу же по возможности 3 ДНК на слыша. Так, ну что, 40 получили. Давай далее. Змейковин 40 уровня. Естественно, ставлю на автобой. Нечего с ним тут сюсюкаться. На тебе. На нем еще постепенный урон. Но, в принципе, Ванька пробил и без постепенки всякой там. Ну что же, переходим на третий этап. Третий и последний у нас будет четвертый. Ну давай. У нас была сопротивляемость, причем большая. Так. И смотри, что делает. Он понижает мне меткость. Все, ребят. Он свое схлопотал. Ну что, а теперь переходим на последний этапчик. Где будет у нас 100, да? 100, как говорится, жетонов. Поехали. Ну, само собой, он тут начинает буянить. Так, Армагон. Надеюсь, тройной укус. Шикарно, и остается только лишь добить его. Давай. Ох, Ванька из пулемета решил, молодец. Ну что, ребята, все. Чистая победа. И мы, получается, забрали все жетоны. Итого у нас 685. Нам чуть-чуть не хватает буквально. Чуточку. Так, ну что, теперь пойдем искать на нашего кужеголового. Мы еще до сих пор его не прокачали.
Так, нам надо найти 10... Ага, подожди-ка, нам нужно найти 4 радара. Давно, ребят, я радары не искал, если честно. Так, есть. Это даже радарные маяки. Карта. Так, подожди, не туда. Не туда нажал. Радарные маяки. Это уже, по-моему, второй. Так, что за проблемы пошли? Второй, третий. Подожди секунду. Да, нам нужен последний. Все. Радарные маяки найдены. Дальше идут бинокли. 10 штук. Отслеживающее устройство нам не нужно. Так, вот второй. Третий, так, хорош. Хорош, мы уже задание выполнили, поэтому прекращаем поиски. Сколько у нас мутагена? А мы сможем поднять уровень персонажа? 25 000. Да. 85 уровень, наконец-то, ребят, получает у нас кожеголовый. Еще 15 уровней, и он будет полностью прокачан на 100 уровень. Ну что, а теперь, как обычно, ребята, у нас арена. На арене нам нужно... Ну что, сегодня попробуем в Лигу Мастеров, может быть, 2 звезды все-таки попасть. А завтра за свой выходной короткий попробуем взять топчик. Я думаю, что это будет самое то для нас. Начну я, наверное, пожалуй, с Зека. Так, железоголовый рвется в бой. Возьму Зека и... Блин, а Зек один, вот он у меня справится? Скажи, вот, мне на милость. Ведь он бросит свою бомбочку, но как она сработает? Если они получат минимум урона, тогда моей команде не поздоровится. Я тебе серьезно говорю, плюс у них есть, как ты видишь, морозильная кошка, которая, соответственно, может захилять. Что она, наверное, в принципе, и будет делать. Так, давай-ка, шинигами помогай, выручай. Есть. Все. Ни о каком хиле и речи быть не может. Единственное, что кто тут у нас? Мундагека будет ускорять. Давай я его с локотка, наверное, пригвожу ним твою налево. Ну давай хотя бы так вот. Да ты че, блин? Кабан, ты толстый, вообще не может ничего сделать. Пипец просто. Он взял еще, ускорил вражескую команду. Сейчас будет тут трындец, ребята. Постепенные уроны, как ты видишь. Ну и что я тут сделаю? Да, этот дрон, конечно, нам поможет, блин. Сейчас еще... Ух, все. Все, ребят, спекся. Потому что вот этот кабан толстожопый, он ничего сделать не мог, блин. Трындец, просто он не смог пробить. Отрастил себе, блин, 5-ю точку, а толку 0, блин. Просто бесит, вот. Жиртряс чертов, а. А было нам тогда хиляться все-таки. Если бы я знал, ребят, что он не пробьет, я бы, естественно, сделал бы отхил. Вот серьезно тебе говорю. Ай-яй-яй-яй-яй. Еще постепенно урон повесили на нас, блин, через этот огненный ураган, который сделал Рафаэль, блин. Да. На Зека, короче, надеяться в соло вообще не стоит, ребят. Он не тянет, ты сам прекрасно видел, что он ватник, одним словом. Просто ватник. Когда он с кем-то идет в поединке, да, он там хорош, но когда он один, это... Вообще. Чепушило первой категории, я его так назову. Он, Зек был хорош, знаешь, когда? Когда мы начинали. Когда вот мы начинали, где-то уже... Серия, так, я не помню, может быть, соточка. 120, около 200 серии. Да, Зек там еще что-то из себя представлял, так как у его массовая атака была нам очень полезна. За счет замедления. Но на высоких уровнях, на которых мы сейчас в данный момент находимся, это, знаешь, мертвым припарка. Ну, по-другому не назвать. Просто не назвать. Так, беру Маквана. Слушай, а вот Макван должен, наверное, справиться, да? Со своим ураганчиком. Вот почему я говорю, что самое топ, это когда у тебя есть боец с двумя массовыми атаками. Такие, как Ванька. Кто у нас еще с двумя атаками? Так, у нас с двумя атаками... Опачки. У нас с двумя атаками не так уж много, в принципе, персонажей, да? Но вот есть у нас, например, тот же самый Джастин. Ну, ты знаешь мое отношение к нему. Пока он этот суперудар сделает, нас уже 30 раз похоронят, ё-моё.
Поэтому Джастина как бы брать в расчет не стоит. Так же, как и Зека. А кто у нас вообще с двумя массовыми атаками? Крэнк. Да? Да, Крэнк у нас с двумя массовыми атаками. Причем, извини меня, у него атаки... Так атаки. Против них тут не поспоришь. У Армагона хоть и одна массовая атака, но зато какая. Просто разрывная. С ним, как говорится, не страшно кого-то там в бой отправлять. Всегда прикроет, всегда поможет. Давай, докажи. Тыдыч. Все, ребят, видите, 65-е уровни просто ложатся штабелями. Так, ну ладно, давай двигаться дальше. Интересно, мы сегодня накупим мутагена на поднятие еще одного уровня нашему кожеголовому, чтобы у него уже был 86-й. Это было бы круто, потому что мы так быстрее продвигаемся. Так, я вижу тут, ага, мой злейший враг. Да-да, это Микеланджело, именно он. Слушай, вот зря я так, наверное, делаю. Давай-ка мы, наверное, вот так сделаем. Потому что я знаю этого пройдоху Микеланджело. Если его не добьем, горе нам будет еще то. Давай, Шредер, не подкачай, родной. Шикарно. Он его вырубает практически сразу же. И практически всегда. Все, тут разговор короткий был. Я, ребят, нисколько не жалею, что я взял Бакстера. Зато чистая победа. Ну что, с 38-й позиции переходим мы на 23-ю. Тут остается совсем немножечко, и мы будем в Лиге Мастеров. Так, возьму, наверное, Рафаэля, Донателло, Леонардо, Микеланджело и Учителя Сплинтера. Вот так вот мне захотелось, ребят. Все черепашки и, естественно, со своим учителем. Вот так вот. Ну что, Лео, ты первый? Нет, Майки. Конечно же, Майки первый ходит. Какой Лео? Лео уходит потом. Вот сейчас. Так, Рафаэль добивает. Ну и Донателло, в принципе, тоже. Шикарно. Четыре братишки отыграли прямо на изи. Ну что же, мы побежали далее. Так, с 23-й позиции переходим на какую-то 12-ю. Ох ты, 4-я даже. На 4-й. Почему они все время мне дают 16-21? Вот я хочу 16-22, а они мне все равно дают 16-21. Хитрецы. Как думаешь, Крэнк справится с 67-м уровнем от Карайки, а? Вот и я не знаю. Давай протестим. Сейчас я все-таки на подстраховку возьму нейтрализатора. Ну, вдруг пойдет что-то не по плану. Мне вначале нужно убедиться, насколько Крэнк хорош своей ультой. Так, давай. Блин, да он хорош. Он хорош, ребята. 65 и 67 уровни ложатся только шорох. Хм. В следующий раз не буду сомневаться в нем. Ну что же, а вот мы и перешли в Лигу Мастеров. Ребят, 93-я позиция. Бойцы пока еще есть, так что не расстраиваемся. Так, я возьму, наверное, Усаги плюс Кожеголовый. Раз, два, три. Усаги и Кожеголовый. Там у нас 65 и 67 уровни у противников. Я думаю, справимся. Сейчас у Усаги хорошо звезданет, а потом, по идее, должен ходить Кожеголовый. В принципе, им нужно будет просто добить этих недобитков всех. Красота, просто красота. Ну что же, давай смотреть, на какую позицию мы сейчас переместимся. А перемещаемся мы на 78-е место. Вот как. Ну давай вот эту команду возьму. Так, Рокзар плюс Джастин плюс Крис, Железноголовый и Змей Ковьюн. Чисто 70-ники, да, выступают у нас. Ну, не чисто 80-ники, тут есть и 70-ники. Давай я возьму провокацию на всякий случай. Плюс баф. Так, Мондагек ускоряет команду свою. А мы сделаем дебаф. Отлично. Атаку мы понизили.
Лео, естественно, хиляется. Не особо сильный хил он, кстати, здесь сделал. Не успел он всех долечить. А вот иммунитет, конечно, здесь вот не в тему. То есть я не смогу уже, как говорится, замедлить их. Зато могу сделать вот так вот. Да, Джастин молодец. В команде не всегда хорошо работает. В команде, ребята, даже неопытный боец становится героем. Потому что от каждого персонажа зависит наша победа. Блин, ребята, вот представляете, у меня еще до сих пор болят мышцы после моей первой тренировки. Она была у нас когда? Так, это я уже отработал две утренние смены, да? Плюс еще... То есть, 3-4 дня назад. Блин, до сих пор болят. А я вот думаю, завтра идти мне на тренировочку или нет? Хотелось бы. Но, с другой стороны, нужно полностью восстановиться. Руки просто еще болят очень сильно. Вот сижу и в негодовании. Ну ладно, я завтра встану, с утречка посмотрю по состоянию. Если будет все норм, я все-таки схожу. Хотя бы легенькие занятия, легкие эти, как сказать, упражнения поделаю, да? Чисто, чтобы не было застоя, да и размяться заодно. Вот. Не буду нагружать себя там очень сильно. Так, чтобы, как говорится, взбодриться. Так, оно быстрее будет процесс и заживления, и восстановления идти. Так, ну что, идеальная победа. Давай-ка двигаться дальше и посмотрим, на какую позицию мы с вами сейчас приземлимся. Хотелось бы на 50... О, как раз 50-е. Так, 16-22. Возьму вот эту вот команду. Раз, два, три, четыре, пять. Но тут, конечно, есть опасность офигенная. Потому что, во-первых, у нас 61-60 уровень. Два бойца и 70-ника. А у него 65-67, да, насколько я понимаю. 68 даже. 65-х тут и нету вообще. Ну что, понизим, попробуем меткость. Всем понизили, это уже радует. Плюс Карайка крик делает. Змея, естественно. Так, крысы. Ну, кого-то не должны уронить. Так, двоечку уронили. Так, Сплинтер делает баф на вражескую, ой, на свою команду. Так, это что делает? Иммуночку, да? Окей. Давай-ка мы, наверное... Блин, у этого уклонения стоит. Давай-ка так сделаем. Угу, Сплинтера завалили. Тут я возьму... Блин, не то сделал, ребят. Хотел провокацию взять. Ну, так оно может быть даже и лучше. Так, пощечина. Пощечина крысы называется. Да-да-да, он бросает крысу во врага. Так, ну, в принципе, неплохо поиграли. Давай-ка посмотрим, какая позиция. 36-я, замечательно. Так, давай дальше. Вот, 17-23 уже, почти на пределе. Раз, два, три, четыре. Ага, 4. Тут уже, ребята, 73 уровень у противников идет. Поэтому нам придется брать по 2 отката. Тратить по 2 отката, как бы я этого не хотел. Но другого варианта нету. Поехали. Так, Шердер бомбит. Сегодня, друзья мои, на работе 28 градусов, жара, не витриночки. Не витриночки, ты понимаешь? Извини, думал, подохну. Не только я. А потом где-то в 4 часа гроза, молнии, шторм, ё-моё. И дождь как из ведра. Но дело в том, что опять же не витриночки. Он просто пролил, земля нагретая. Там такая духотища, париловка была. Это трэш. Я когда в душевой потом умылся, я чуть сознание потерял. Потому что, ну, трындец, ребята. Просто какой-то, знаешь, как в тумане. В дурмане в таком. Так что Моналка, я такие. Для Сивера это вообще как-то не очень, честно сказать, положительно. Именно вот такие вот жаркие условия. Да, нет, понимаешь, есть жара. Вот как на юге, когда мы отдыхаем, да, жарко. Я, например, на юге жару в 35 градусов переношу лучше, чем здесь в 27 градусов без ветра. Потому что у нас очень большая влажность. У нас не хватает кислорода, ребят. То есть ты ничего не делаешь, да. Ты просто стоишь, на, например. Просто стоишь, и с тебя просто пот шпарит со всех щелей. Понимаешь? Я ненавижу вот этого вот. На юге, когда ты стоишь на жаре, ты просто нагреваешься. Все. Просто нагреваешься, и у тебя нет такого и обильного пота выделения, понимаешь? Как здесь.
А тут аж прям вся одежда промокает, как будто под дождем побыл. Трэш, конечно. Так что... А нам не угодишь, знаешь, нам когда... Когда дожди и ветер, плохо. Когда солнце, жара, плохо. Мы как капризные дети. Нам никогда не угодишь. Серьезно тебе говорю. У нас нет идеальной погоды для нас. Здесь, именно на севере. Когда на юг уезжаю я, у меня сразу, ребята, перестает болеть спина, перестает болеть ноги, понимаешь? Если чувствую великолепно, я ложусь рано, я встаю тоже рано. Здесь я могу просидеть за... Я уже говорил об этом. За компьютером до сутки в легкую могу просидеть, понимаешь? Дай только желание. Я в отпуске когда был, я сидел сутками, ребят, за компом. Я даже не замечал, что время летит. Вот так вот. А на юге, когда я уезжаю в отпуск, я в 11 часов уже... Подушкой, в подушку рылом, как говорится, уткнулся и храпаля даю. Вот так вот. И встаю, знаешь, в 6 утра. Не то, что там, как здесь, сбоку на бок ворочишься, а там просто открыл глаза и все. И ты понял, что ты больше спать не хочешь. Вот так вот. Да, но в этом году я уже отпуск свой гулял зимой. Насколько ты помнишь, да? Как раз, я, по-моему, в феврале брал, в конце. В следующем году, конечно, я хочу, ребят, взять лето и съездить. Я вот не знаю, куда, может... Может, на Крым съездить, может, еще куда-нибудь, не знаю. Посмотрим, как еще будут... Какие еще тут у нас, как говорится, будут новости, фиг его знает. Не знаешь, загадывать что-то на будущее тоже как-то... Пока не вариант, все меняется. Доллар скачет, как сумасшедший, то вверх, то вниз, не поймешь, блин. В стране тоже какая-то нестабильность. Билетов, блин, не найдешь, блин. Самолет, так вообще все, ребят. Так что загадывать не будем. Но есть желание съездить в отпуск, конечно же, в следующем году. И было бы прикольно, знаешь, когда вот ты едешь в отпуск, а у тебя там бац, и твои подписчики. И просто с ними встретиться. Вот это было бы круто. Вот это было бы классно. Да. Надо будет как-то замутить такую фишку, да? Так, ладно, ну что, ребята, мы скоро уже, я так понимаю, попадем в Лигу Мастеров 3 звезды. Тут осталось совсем чуть-чуть, напрячься, как говорится. Вот единственное, что меня смущает, это то, что мои откаты, ребята, они тают просто на глазах. Бойцы-то вроде бы как есть, а вот откатов всего 3 штуки, и с этими откатами я далеко не уйду. Ну, брать тоже мне как бы не с руки, я имею в виду покупать за баксы. Рекламу я же посмотрел, да. То есть 10 своих откатов я твердых своих забрал оттуда. Так что халявных больше нету. Так, ну что? Какая там позиция? 50-я, надеюсь? 51-я, шикарно. Ну что, 17-24, это максималка, что нам могут позволить. Армагон плюс... Подожди-ка, сейчас посмотрю. Да подожди ты. Кто мне тут остался? Нет, эти не потянут, ребят, надо брать. Не хотелось бы, но придется. Придется взять все-таки. Раз, два, три. Раз, два, три. 79-й, это, кстати, самый максимальный уровень, который может себе позволить враг. Так, сегодня в комментарии прочитал, что я не прошел в Kingdom Rush, ребята, дополнение. Да, действительно. Я вспомнил, что я не прошел это дополнение. Но знаешь почему? Я тебе сейчас объясню. Я не могу запустить Kingdom Rush ни на одном эмуляторе. Понимаешь? Могу только на своем телефоне. На мобиле на своей запустить. Я могу играть спокойно. Но дело в том, что когда я подсоединяю через... Ну, как это сказать, проецирование, да, на экран компьютера, у меня почему-то остаются вот эти вот рамки, и это меня раздражает. Я, ну, как я буду снимать, ребята, с рамками? Фигня, ну, может быть, через ОБС-ку попробовать можно. В принципе. И при том условии, что она не будет лагать. И дело в том, что одно, когда я на мониторе играю, да, монитор большой, огромный, мне как бы комфортно смотреть все. А когда на телефончике... Ну, я бы не сказал, что там маленький экранчик, но все равно, ребята, там же сама игра Kingdom Rush, ты знаешь, маленькие юниты, все это бегает, мельтешит, и как-то вот всматриваться, ну, прям не знаю. Прям вот не знаю. Ну, конечно, хотелось бы, ребят, хотелось бы пройти. А по поводу
Kingdom Rush вот этой вот новой, ребят, которая у нас идет на iOS, да? Я в данный момент не могу играть, потому что я не могу даже оплатить... Как это называется там? У них же там Arcade Play, вот. Arcade Play я не могу, потому что они же запретили нам сейчас все это оплачивать. А она идет как раз аркадной. Ну, именно с приложения Arcade Play. Поэтому, ребят, ну никак не получится. В ближайшее время, пока если что-нибудь не изменится. Так, мне что-то подсказывает, что сейчас будет здесь люто нас бомбить. Потому что Шредер, как ты понимаешь, всех добить не смог. Тем более, ты видишь прекрасно, что тут и защиту повесили. Я не знаю сейчас. Эти ребята не справятся. Они щекотят их просто. Ну, сам понимаешь, да? 56 уровень против 80-х. Это смех. Вот, первый упал у нас. Они под защитой, я им ничего сделать не смогу. Они сейчас всех разберут здесь мне. Один только Шреддер останется. Так, ну допустим. Лео такой отважный взял на себя. Взял на себя провокацию, этот уходит в инвиз. Короче, как кто на что способен. Так. Горелочка сейчас. Угу. Ну, как ты понимаешь, да? Не спасло Леонардо. Это провокация. В плане по... Ты видел? У меня чувак был в инвизе, у меня был Шреддер. А почему я так не могу делать? А нафига тогда этот инвиз нужен? Взял, Донателло просто взял его и прибил. Он был в инвизе, ребят. Зашибись, я тебе скажу. Ведь он же был в инвизе, у него... Или он... Блин. Да нет, по-моему, он был, ничего у него там не пропадало, не спадало. Так, слышь, ты запарил уже, а? Ну, это, ребята, этот поединок вообще как бы не должен быть. Я уже просто его прошел, чтобы отыграть как можно больше бойцов наших. Что у нас там оставалось дофигища еще. Ну, перейду хоть на одну ступеньку-то. На одну. Так, ну что, друзья мои, получается, что можно смело на сегодня закругляться. А завтра, скорее всего, мы попадем уже в топ. Будем надеяться. Если не очень далеко скинут, на худой конец мы сможем купить 10 откатиков и бустануться чуть-чуть. Так, ну а на этом, пожалуй, я буду... Так, подожди, у нас что там с пиццей? Так, секундочку. Секундочку, кожеголовый мне нужен. Так, кожеголовый, навыки. Могу? Могу, ребята. 86 уровень мы ему прокачали. Так, и давай потратим тогда остальную пиццу нашу на поиски этих биноклей. Так. Хорошо идут. Несмотря на то, что, ребята, они в золотой каемке вот этой, да, рамочке, они очень, по идее, должны искаться очень плохо. Но они тут вообще ищутся идеально. Просто идеально. Что у них заход, то бинокль. Это просто красота какая-то. Так, и 14 кружек. Так, еще есть немножко пиццы, поэтому ищем. Все равно до следующей серии, как говорится, пицца у нас накапливается вся полностью. Ну что, ребята, а на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.